Как вам лето? Успели где-нибудь отдохнуть? Успели, нет, успели. Нет, нет, давай, подожди. Егора. Успели отдохнуть на даче. На даче, в деревне несколько раз. Ну, стандартный набор: сундуки, Оглохты, Типсей. То есть, ну, такие вот места. Я был в Хакасии. Ой, как в Хакасии? В Хакасии очень хорошо. Очень. С погодой повезло? Нет. Нет? Мы там побыли, были дожди, а потом поехали на себе, на Крючково, на дачу. И солнце выглянуло. Короче говоря, надо самими себе создавать отдых. Если мы его себе создадим, все будет прекрасно. Мы видели дельфинов в открытом море.